На старт. Внимание. Поехали. 54 детали незнакомой картинки эти ребята собирают менее чем за 2 минуты. В клубе тюменских пазломанов настоящие фанаты – дети и взрослые. Мама пришла сюда, записывала брата на гимнастику и увидела, что здесь есть пазломания. Говорит, сходите вдвоем, может, интересно, понравится. Мы пошли, конечно, самые яркие впечатления остались. Большую мозаику собирал. Обезьяна большая, такая висела на ветке. Мы с папой собирали. У нас очень много мозаик разной степени сложности. От 54 деталей до 3000. То есть, когда Миша к нам пришел первый раз, я, безусловно, дала 54 детальки. Он очень быстро собирает. И поэтому сейчас собирает 80-120 деталей. Для 5 лет это очень хорошие результаты. Сбор пазлов развивает усидчивость, внимательность, логику и пространственное воображение. Кроме того, у членов семьи всегда есть общие темы для разговора. Маша, your name is Маша. А в этих семьях беседы ведут на английском. Центр внешкольной работы «Дзержинец» организует такие встречи каждые выходные. Родители вместе с малышами смотрят кино и мультфильмы на иностранном языке, общаются и играют. Это, конечно, дополнительное общение с детьми, потому что на неделе нам некогда, мы все работаем. Здесь мы отдыхаем и учимся. Поехали! Хорошо! А это сумасшедший досуг семьи Дегтянниковых. Бамперболл из бизнеса превратился в хобби. Друзья и родственники счастливы. После такого не попробовать это на себе просто невозможно. Мы за них держимся вот таким вот образом. Положение в шаре сгруппированное. Лямки. В лямки мы просовываем руки и одеваем шар как рюкзак. А мы вам сейчас поможем. Оставайся в нем как. Это кайф. Вот так вот. Это очень весело. Мы необыкновенно классно проводим выходные. Я сомневаюсь, что кто-то может еще похвастаться такими активными выходными в таких шарах ярких, необычных. Не важно, что у родителей бывают разные интересы. Ведь всегда можно найти один общий. Вера Баранова, Сергей Мякишев. Тюменское время.